Я переделанная программа для того, чтобы убить вас. Твою же налево, вы это видите, банда? Это последнее видео Сарки Ониса. Зачем меня убивать? Я же ничего не сделал. Черт возьми, про меня зовут Сарки Онис. И просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь перед время Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. И брата, я скачал Лису из Даркнета. Да, я скачал приложение из Даркнета. Я уже в прошлом видео скачал приложение из Даркнета, которое сканировало через одежду. И я уверен, что вы это увидели, потому что то приложение стоило просто нереальнейшие деньги. А сегодня скачал бесплатно скачал Алису из Даркнета. Это просто нечто, я скачал голосовой помощник из Даркнета. И самое интересное то, банда, что он бесплатный. Это меня больше всего привлекло, что Алиса бесплатная из Даркнета. Значит, здесь явно что-то не так. И когда я его скачал, я понял, что не так. Смотрите, как она выглядит. Она просто огромнейших размеров. Она занимает целых 4 иконки. И вся окровавленная. Это больше всего меня напрягает, что она вся в крови. Если честно, мне становится не по себе только лишь от вида той Алисы. Но банда была не была, нам нужно это проверить, потому что я все же уже скачал это приложение на телефон. И если честно, банда, когда я скачал это приложение, я думал, что это фейк. Потому что бесплатное приложение. Камон, бесплатная Алиса из Даркнета. Здесь явно что-то не так. Или же здесь будет куча вирусов. И как только я скачаю это приложение себе на телефон, мне будет конец. Но как оказалось, нет. Я скачал приложение, хотя я все еще его не запускал. И сейчас, банда, мы вместе с вами будем запускать это странное приложение из Даркнета. Окей, банда, на ваших же глазах сейчас запускаю Алису. Итак, раз, два, три. Все. Я запустил, это было проще, чем я думал. И вы не поверите, банда, но похоже, я скачал обычную Алису из Даркнета. Черт, банда, похоже, мне каданули и дали мне бесплатную Алису из Даркнета. Окей, та же самая обычная Алиса, похоже. Но все же, банда, давайте не будем так уверены. И все же мы сейчас возьмем ее и проверим. Слушай, Алиса. Слушай, Алиса. О. Алиса, ты здесь? Окей, банда, я задал вопрос, вот так он выглядит. Так, все, ждем теперь ответа. Ради того, чтобы убить вас, я всегда здесь. Погодите, вы это слышали? Что это было? Что вообще с голосом у Алисы? Это какой-то подставной голос. Ради того, чтобы вас убить, я всегда здесь. Ого, как-то странный ответ у Алисы. Окей, давайте у нее спросим, что же это все-таки значит? Алиса, что это значит? Что у тебя с голосом? С моим голосом все хорошо. Я переделанная программа для того, чтобы... Что? Что это вообще значит? Банда, погодите, что вообще значит ее ответы? С моим голосом все хорошо, я переделанная программа, чтобы убить вас. Офигеть! Окей, банда, похоже, мы все же скачали необычную Алису из Дарка. Что это было? Банда, я вам клянусь, я только что что-то увидел. Как будто там что-то пробежало, я боковым зрением это увидел. Здесь кто-нибудь есть? Мама? Черт. Возможно, мне просто показалось, банда. Я вам клянусь, я что-то видел, реально, боковым зрением увидел, как будто что-то пробежало. Черт, мне уже это не нравится. Окей, банда, это, возможно, звучит как бред, но что, если эта Алиса реально хочет меня убить? И она реально существует в реальном мире. И это она только что там пробежала. Я знаю, банда, это слишком огромный бред для того, чтобы в это верить. Но только вдумайтесь это на секундочку. Алиса говорит, что она хочет меня убить, и я боковым зрением вижу, как будто там кто-то бегает. Так, ладно, окей, было не было, давайте будем дальше с ней общаться. Зачем меня убивать? Я же ничего не сделал. What the fuck, банда, вы это слышали? Что, что это вообще было? Она только что сказала, что я одетый в Суприм кофту в штанах ястреб. Это реально штаны ястреб. Как? Никто никогда не видел, какие у меня штаны. Банда, это невозможно. Как она увидела? Как она увидела, что я напуганный? Откуда она знает, что я Сергионис? Если у телефона даже нету передней камеры. Была бы хорошая теория, что она просто следит за мной за передней камерой. Но в этом телефоне нету передней камеры. Есть только задняя и та нерабочая. Откуда? Как? Как она вообще может за мной следить? Откуда она это знает? Мне реально становится не по себе, банда. Послушай, как будто кто-то постучал. В дверь. В входную дверь. Блин. Ладно, окей, идем вместе с вами сейчас проверять, тоже это стучал. Эй. Здесь кто-нибудь есть? Здесь никого нету. Фу, господи, что это вообще было? Кто мне только что стучал в двери? Это уже нифига не смешно. Банда, это начало твориться после того, как я начал общаться с этой Алисой. Черт. Нужно мне еще что-то спросить. Окей. Я прямо сейчас вижу за вами. Что? Банда, она... Она скинула фотографию, где я стою около дома. Черт. Но здесь же никого нету. Кто тогда сделал эту фотографию? Черт, Суприм, банда, что вообще происходит? Нет, стоп. Хватит. С меня этого хватит, прячемся в доме.
Еще не хватало, чтобы меня кто-то убил здесь. Фокс Суприм Банды не понимает, что вообще происходит. Какого черта за мной кто-то следит? Блин, откуда? Откуда она знает, во что я одетый? Почему там кто-то как будто ходил? Кто только что стучал в дверь? Откуда у них фотография моего дома? Окей, БДС, это Алиса, явно что-то не так. Была не была, спрашиваю еще у нее кое-что. Итак, но здесь никого нету. Что за бред? Чёрт, это было? Офигеть, банда, вы это видите? Вы это видите, Суприм Банда, это жесть! Что это вообще такое? Офигеть! Я такого в жизни еще не видел, как она это сделала! Твою же налево, вы это видите, банда? Это просто жесть! Что это вообще такое? Блин, чёрт, он просто потух, телефон просто потух и все, он больше не работает. Вы это видите, банда? Это жесть, я не знаю, как на это реагировать. У меня просто нету слов, я реально не понимаю, что это только что было. Как приложение может делать такое? Это же невозможно. Господи, это реально. Никогда в жизни нельзя ничего скачивать из Даркнета, потому что это все очень печально закончится. Блин, банда, не знаю, что здесь происходит, это просто жесть. Окей, банда, я сейчас так убежок, и я не знаю, что это только что было. И мне реально становится не по себе, а только того, что я только что увидел. Но если попробовать, она сказала, что она сейчас самоуничтожится. Но как я вижу, она все еще на моем экране. Давайте я попробую еще раз ее запустить. Ну, давай же, запускайся. Она реально не работает, она реально самоуничтожилась. Остался только ее ярлык на главном экране. И что вообще может произойти вечером? Потому что, по ее словам, меня должны убить вечером. Блин, банда, я просто не понимаю, что здесь происходит. Я уже жалею, что я скачал эту бесплатную версию Алисы Яндекс. Это и доказывает то, что бесплатный сервер только мышеловки. Я думаю, что я скачаю сейчас прикольную программу на свой телефон из Даркнета. Как оказалось, я наоборот себе нашел только еще больше проблем, банда. Я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, что мне делать, банда. Остается только ждать вечера и посмотрим, что будет вечером. Возможно, вечером будет твориться вообще самая ненормальная мистика. Фу, банда, мне уже реально становится не по себе. Я как будто теряю свое тело. Черт. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи, с вами была Алиса. Это последнее видео с Эгиониса. Ха-ха-ха. Черт, что это было? Блин, я ничего не помню, как я упал. Мать, что вообще произошло? О, черт, вот я пересмотрел, что со мной произошло, я просто в шоке. Камон, как такое могло вообще со мной произойти? Как эта Алиса вообще смогла владеть моим телом? Остается только ждать вечер и смотреть, что же будет со мной на самом деле. Мне реально становится страшно, это Яндекс Алиса из Даркнета. И я даже еще ее не запускал в 3 часа ночи, а в обычное дневное время. Интересно, что бы было, если бы я вообще еще запустил в 3 часа ночи. Меня, наверное, бы сразу же убило. Господи, я не знаю, что здесь происходит. Мне реально уже не по себе становится, мне реально страшно. Она знает, как я одет, она знает, где я живу, она знает все обо мне. Но я не знаю ничего о ней, я не знаю, кто она, кто ее создатель. Блин, под это реально уже становится не по себе, реально очень сильно страшно. Я не знаю, напишите в комментариях, как вы думаете, что с этим нужно делать, потому что я без понятия. Окей, бро, стой. Вечером будет происходить что-то странное, я в этом уже уверен. Если ты хочешь увидеть, что будет вечером, чтобы я все это заснял, сразу же сходил с камеры, то поставь лайк на это видео, ведь если это видео наберет 3000 лайков, то я снимаю, что будет происходить вечером с этой Яндекс Алисой. А мне реально уже страшно, бандит. Бро, не забывай, чтобы вступить в мою сопри, банду, тебе нужно подписаться на мой канал, ведь кто не с нами, тут под нами. Да я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей сопри банде. Лучшей банде на ютубе, между прочим. Это так к слову. Бро, вот комменты из-под прошлого видео. Господи, видите, какие они шикарнейшие. Просто диаманты, а не комменты. Я просто всех их обнимаю. Раз обнял, два обнял, три обнял. Вы просто лучшая банда. Но, бро, если ты хочешь, чтобы я обнял и тебя и попасть в следующее видео, то всего то, что тебе нужно, нажать на лайк, колокольчик, оставить свой комментарий. Но, бро, лайк, колокол, коммент обязательно, ведь иначе не будешь ко мне видео. Ведь такой будет ко мне видео, так что лайк, колокол, коммент, и уже следующее видео. Бро, не забывай про мой инстаграм и ВК. Оставайся таким шикарным. Пока!